Добрый вечер. В эфире «Актуальный разговор». В конце ноября депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли бюджет края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. И сегодня гость нашей студии, председатель комитета по финансово-бюджетной и налоговой политике Иван Петрович Артеменко. Здравствуйте, Иван Петрович. Добрый вечер. Примите искренние поздравления с тем, что жители края избрали вас в депутаты, и вы избраны третий раз председателем комитета. И первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, об основных параметрах краевого бюджета. Ну, я хочу сказать, что действительно у нас в законодательном собрании края произошла достаточно большая смена председателей комитетов. Из 15 комитетов только 5 сохранили свои места. И, естественно, такое обновление требует непосредственной притирки в работе депутатского корпуса. Но, тем не менее, мы без раскачки после выборов сразу начали работу с проектом краевого бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 года. И хочу сказать, что вот при обсуждении проекта закона о бюджете мы применили уже те формы работы, которые законодательное собрание использовала предыдущие годы. Это парламентские слушания. Это парламентские слушания, да, выездные. Угу. И хочу сказать, что вот в их таких выездных заседаниях приняло участие свыше 4000 кубанцев. То есть этот документ взвешенный, он достаточно хорошо проработан. И, естественно, можно сейчас говорить о том, что утверждены параметры, которые... Доходы краевого бюджета составляют 159,4 миллиарда рублей, расходы составляют 168,9, то есть дефицит бюджета составляет 9,5 миллиарда рублей. Но в то же время нужно понимать, что существуют источники финансирования дефицита, и все обязательства, которые несет администрация и законодательное собрание края перед кубанцами, они будут выполнены. При подготовке краевого бюджета мы руководствовались оптимистичным сценарием развития экономики Кубани. При этом макроэкономические показатели мы в основу положили рост валового регионального продукта 100,6%. Темпы роста прибыли прибыльных предприятий составляют 102,9%, и рост фонда оплаты труда, темпы роста фонда оплаты труда составят 110,7%. Если сравнивать с 2012 годом, то темп роста составит 107,4% дохода краевого бюджета по сравнению с 2012 годом. То есть мы сейчас действительно у нас снизились безвозмездные поступления из федерального центра. Но это обосновано. Если мы в 2012 году получили безвозмездных поступлений 68 миллиардов, а запланировано на 2013 год всего лишь 23 миллиарда, это объясняется тем, что завершаются работы по олимпийским объектам, и, соответственно, эти поступления, они будут снижаться. Ну а так, хочу сказать, что бюджет сбалансирован в плане того, что мы видим источники финансирования дефицита бюджета, и это позволит, я еще раз хочу подтвердить, что все обязательства перед жителями Кубани будут выполнены. Иван Петрович, мы знаем, что во время обсуждения финансового документа в него был внесен ряд предложений. Если можно, расскажите, пожалуйста, какие и как это отразится на социально-экономическом развитии края в 2013 году? Ну, хочу сказать, что в ходе парламентских слушаний поступило свыше 100 замечаний и предложений по проекту закона. И действительно мы увидели, что есть недофинансирование целевых программ по некоторым позициям. Кроме этого, поступали предложения увеличить финансирование существует краевая целевая программа развития сельского хозяйства на 2012-2020 годы. И, соответственно,
там были уменьшены расходы на социальную поддержку села. Наше предложение было увеличить финансирование с тем, чтобы оно было не ниже 2012 года. То есть вот такая серьезная поправка она поступила. Далее мы приняли закон о поддержке малых усадеб, сельских усадеб, малых форм. Сельских населенных пунктах. И мы внесли предложение в 2013 году на эту программу направить не менее 100 миллионов рублей. Это новое дело, как бы новая программа, она сейчас только проходит обкатку, и я думаю, вот этой суммы будет достаточно. Кроме этого, мы также внесли предложение по ряду позиций, касающихся это финансирования краевых целевых программ по водоснабжению населенных пунктов, по улично-дорожной сети, по освещению населенных пунктов, то есть по газификации Краснодарского края есть такая программа, и мы также предложили и увеличили финансирование по этой программе. Во время обсуждения бюджета председатель ЗСК Владимир Андреевич Бекетов сказал, я процитирую, что бюджет в последние годы был ощутимо социально направленным. Теперь же пришло время подумать и о новых инфраструктурных бюджетных вложениях, которые давали бы серьезные средства в социальную сферу. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, Владимир Андреевич Бекетов как раз имел в виду, что основа доходной части краевого бюджета – это индикативный план социально-экономического развития края, в который мы заложили все основные макро- и микроэкономические показатели с тем, чтобы развивать экономику. Прежде всего, конечно, от того, как динамично развивается экономика любого субъекта федерации, зависит доходная часть краевого регионального бюджета. И, естественно, мы предусмотрели вложения в различные отрасли экономики Кубани 30 миллиардов рублей. Это и дорожная отрасль, и санаторно-курортная, и туристическая отрасль, агропромышленный комплекс, очень важный для Кубани, и мы знаем, что он является одним из приоритетных. Достаточно большие средства. По АПК мы из краевого бюджета заложили 3 миллиарда рублей поддержки, и 3 миллиарда мы получаем на принципах софинансирования из федерального бюджета. И поэтому, но вот экономика, она, мы видим, что есть предпосылки к тому, что и в очередной трехлетке она будет достаточно динамично развиваться, независимо уже от олимпийских объектов, потому что у нас многоукладная экономика, она основывается на различных отраслях, и поэтому доходы от стройиндустрии, от производства строительных материалов, отрасли строительной, ну и те, которые я уже называл, они достаточно велики. Приведу пример, санаторно-курортный комплекс в этом году дает доходов в краевую казну свыше 7 миллиардов рублей. То есть это солидно, и мы будем поддерживать в том числе и эту отрасль. В краевом бюджете планировалось повышение уровня оплаты труда бюджетников. Также продолжатся и губернаторские надбавки соцработникам. Какая сумма на эти цели предусмотрена? Ну, мы ожидаем, что в этом году на повышение заработной платы и выплаты, вот те, которые были обозначены губернатором, сумма составит 13,5 миллиардов рублей, это в 2012 году. И, соответственно, мы заложили цифру уже с ростом в пределах 14 миллиардов рублей. Хочу сказать, что будет повышена заработная плата педагогическим работникам детских дошкольных учреждений до 18 850 рублей. Это как бы та цифра, на которую и администрация, и законодательное собрание решили выйти. С 1 сентября будут повышены, также повышена заработная плата на 10% и работникам общеобразовательных школ, я имею в виду прежде всего педагогов, учителей,
Кроме этого, также будет повышена заработная плата работникам начального и среднего профессионального образования. И далее это социальные работники и работники культуры. Это уже с 1 октября будет повышение. То есть вот все те обязательства, которые вносил предложение Александр Николаевич Ткачев, наш губернатор, они будут выполнены. А какие суммы из краевого бюджета будут выделяться для поддержки пожилых граждан, многодетных семей, детей-сирот? Ну, я хочу озвучить цифру на социальные расходы. У нас предусматривается 22 миллиарда рублей. Ну, чтобы понимание было, 36 миллиардов у нас на медицину, 34 на образование, 22 миллиарда на социальную сферу, 5 миллиардов на физкультуру и спорт, 2,6 миллиарда на культуру. То есть вот достаточно большой такой объем будет выделен средств на, именно на поддержку, в том числе и ветеранов, и многодетных семей, и вот детей-сирот. Кстати, достаточно эффективно реализуется программа по обеспечению детей-сирот жильем. Да. Только в Лабинске вот в этом году выделено 43 квартиры для деток таких, такой категории. И хочу сказать, что вот очередь еще у нас свыше 60 детей-сирот, они нуждаются, ждут очереди на получение жилья. Реально в следующем году мы можем еще 50, как минимум 50 квартир выделить. И я надеюсь, что постепенно эта проблема будет решена. Президент поручил в течение 3 лет ликвидировать очереди в детские сады. Как депутаты ЗСК намерены решить этот вопрос? Ну, это очень серьезная проблема. Почему? Потому что только в Лабинском районе в очереди на места в детских дошкольных учреждениях свыше 1000 человек. В крае эта цифра составляет 32 тысячи. То есть, если мы должны понимать, что здесь речь может идти как о новом строительстве, так и восстановлении вот тех детских садов, которые в 90-е годы перепрофилировали под какие-то другие цели. И, естественно, мы в краевой целевой программе заложили ежегодно вот на трехлетку 1,5 миллиарда рублей, но этого недостаточно. И сейчас речь идет, конечно, о том, чтобы софинансирование из федерального бюджета мы софинансируем, а федеральный бюджет по поручению президента Российской Федерации, он возьмет львиную долю расходов на себя. В среднем сейчас стоимость строительства одного места в детском саду составляет 500 тысяч рублей. Поэтому мы понимаем, что это колоссальные деньги, и без помощи федерального центра эту проблему не решить. Но думаю, что и край, вот я назвал цифры, он будет активно участвовать в этой программе. Знаем, что большая доля расходов направляется на развитие инфраструктуры, экономики края, на поддержку села. Бюджет предусматривает возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям и другие выплаты? Да, все те доплаты, выплаты, льготирование, все это, конечно, сохраняется. Почему? Потому что без развития агропромышленного комплекса, ну, мы не представляем Кубань. И поэтому все, что касается личных подсобных хозяйств, мы сохранили на уровне 2012 года. Более того, мы записали в текстовой части бюджета, закона о бюджете, такую фразу о том, что расходы на поддержку личных подсобных хозяйств и малых форм хозяйствования в сельской местности должны быть не менее, чем в предыдущем периоде. Таким образом, поддержка личных подсобных хозяйств в сельской местности составит не менее 700 миллионов рублей. И даже здесь вот больший уклон будет происходить, конечно, в поддержку крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств.
Иван Петрович, жители района ждут продолжения в будущем году ремонтов дорог и благоустройства населенных пунктов. И многие считают это направление самым главным. Скажите, какие целевые краевые программы будут реализовываться и в следующем году? Ну, вы уже частично сказали и о водоснабжении, и о освещении. Можете назвать еще? Да, новая программа начнет действовать с 1 января. Это по развитию канализации в сельских населенных пунктах края. Не обязательно сельских, во всех населенных пунктах края. Почему? Потому что это серьезная проблема, которая связана во многом и с тем, чтобы в школах, детские сады, понятно, у них теплые туалеты практически везде есть, а вот по школам, особенно по сельским, мы знаем, что это, да и в городе, надворные туалеты, и эту проблему и администрация, и законодательное собрание приняли решение, ее как-то нужно поэтапно решить. Кроме этого, конечно, все будут продолжены программы, связанные со строительством, реконструкцией и ремонтом межпоселенческих, межрайонных дорог, дорог местного значения. На дороге местного значения выделяется 2,6 миллиарда, и лабинчане, кстати, активно участвуют в этой программе. Кроме этого, мы выделяем почти 6,5 миллиардов, это на межрайонные дороги, которые также необходимо содержать и в хорошем состоянии. И, кстати, мы должны понимать, что развитие дорожной отрасли, оно будет продолжаться, и уже в постолимпийский период будет начато и завершено строительство автодороги Джугла-Сочи. Ну, то есть мы уйдем от этой прибрежной полосы, от прибрежной дороги, а будут построены тоннели, эстакады, то есть современная дорога, которая позволит без проблем добираться до нашего курорта. Иван Петрович, участие в краевых программах зависит еще от состояния местных бюджетов, так ведь? Да, это безусловно. Скажите, предусмотрены ли дотации местным бюджетом и в каком объеме? Мы предусмотрели 6,6 миллиарда рублей для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности. Это 6 миллиардов будет направлено муниципальным районам и городским округам, и почти 600 миллионов – это сельским и городским поселениям. При этом разница между, разрыв между наиболее обеспеченными и менее обеспеченными муниципальными районами сократится в 2,5 раза, а такая разница между сельскими и городскими поселениями сократится в 7 раз. То есть, если посмотреть динамику, то мы увидим, что достаточно такая синусоида была между обеспеченными и малообеспеченными муниципальными образованиями. Сейчас это практически параллельная линия. Но при этом мы ставим задачу и перед муниципальными образованиями увеличить собственные доходы. Хочу сказать, что даже в сложных условиях 2011 года, когда были перенесены сроки уплаты по налогу на имущество физических лиц, по земельному налогу, по транспортному налогу на 2012 год, мы даже в тех условиях, я имею в виду муниципальные образования, получили против уровня 2010 года дополнительно 600 миллионов. То есть резервы есть, я знаю, у лабинчан есть резервы, хотя, слава богу, вышли из горячей десятки нижней. Сейчас район стабильно занимает по доходам консолидированный бюджет края среднюю позицию, то есть достаточно эффективно работает исполнительная власть. Одна из как правильно сформулировать, межрайонная налоговая инспекция лабинская, она также занимает достаточно высокие места в рейтинговой таблице,
и эффективно работает. Но поле деятельности, конечно, есть. Но я хотел бы подчеркнуть, что дело фискальные службы будут работать, но наращивать собственные доходы – это обязанность каждого муниципалитета. Иван Петрович, спасибо вам большое, что вы нашли время прийти к нам в студию. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Прежде всего, здоровья и силы, чтобы решить все поставленные задачи. Ну, а я хотел бы лабинчан также поздравить с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым и пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, финансовой стабильности в семье и на тех предприятиях, которые действуют в Лабинском районе. И всем желаю счастья в Новом году. Спасибо вам большое.